Очередная посылка из Китая дошла за 20 дней с момента заказа. Продавец отправил на следующий день. Шла в общей посылке через новую почту. И здесь у нас наушники. Давайте вскроем и посмотрим. Вот такие вот наушнички. У меня уже одни наушники есть. И кто видел на их обзор, вот эти вот наушники, кто не видел, сейчас ссылка всплывет. В обзоре я говорил, что я заказал две пары наушников. Одни точно такие, как у меня раньше были, но я имею в виду по форме. А вторые вот такие, вот чуть-чуть не такие. И говорил, что возможно посылка с наушниками не дойдет. Так вот, посылка эта так и не дошла. Оставалось несколько дней до завершения срока защиты покупателя. Я заказал у этого же продавца повторно эти наушники. А потом прошло по истечению 80 дней, открыл спор, что посылка не дошла, верните мне деньги. Но нехороший продавец, мало того, что начал выделываться, что ничего не знаю, жди, он отменил доставку посылки, второй, который я ее заказал. Ну и мне пришлось заказать совсем у другого продавца. Здесь вот написано вот Шини, а не Sony. У того продавца, у которого я заказывал, там было написано Sony, так что вот пришлось заказать у другого, и они вот дошли. А тот продавец нехороший. Деньги мне вернули и в первом, и во втором случае. Но вот такая вот фигня была с тем продавцом. С этим же все нормально, все дошло. Давайте сейчас я их затестю на своем модном моторе G8. Сейчас песняки какие-нибудь в Ютубе найдем. Но я думаю, что хотя тут и Шини написано, по дизайну одно и то же, я думаю, что со звуком здесь должно быть все нормально, как и на тех наушниках, которые до этого у меня были. Ну, то ли в это хоть песняке, которые сейчас слушаю, не знаю, слышно ли вам или нет. То ли здесь высоких, в самой песне много, но в этой теме, то ли на этих наушниках высоких больше, потому что вот которые у меня до этого были, но еще вот пару лет назад купленные, там вот чуть-чуть высоких не хватало, низа там обалденно классно, а здесь и низа идут, и высокие, сейчас еще полистаю, послушаю, не, поет классно, вот я другой песни перелистнул, тоже высокий хватает, так что Шини покруче Sony, ну, которые там за пару баксов, я имею в виду, не оригинальные Sony, насколько я понимаю, дизайн содран с оригинальных Sony, да, поют классно, обалденно, мне нравится, как они поют, даже получше таки будут, чем мои старые, кстати, кто не видел обзорчик на мой мотор, ссылочка вот сейчас вот здесь всплывет, посмотрите, классный аппарат. По самим же наушничкам, наушнички классные, я в принципе знал, что такие вот наушники классные, только что чуть-чуть высоких не хватает, в этих же высоких хватает, я сам офигел, что здесь вот есть высокие, все с высокими нормально, и с басами тоже, ой, немножко с кадра вывалилось. Неудобно мне сейчас смотреть. Я уже варил с новым моим штативом. Потому что камера получается выше моих глаз. И мне вверх надо голову поднимать, чтобы посмотреть, что там происходит. Ну да ладненько, немножко отвлекся опять. Наушники классные, недорогие. Ссылку на эти наушники оставлю под видео. Именно на Шине. Ну, в том числе, наверное, понахожу вам, где и Sony есть. В наушниках в этих можно бегать. Я бегал в наушниках, вот, которые у меня старые были. Так что можно даже бегать и слушать музыку. Я книжки слушал, аудио. На этом же все. Еще раз повторюсь, ссылочка на наушники в описании. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения.